зикры, иксики, смотрите, они бывают, во-первых, в двух вариантах. Бывает сзади капитанские кресла, ни разу вживую такую машину не видела. У нас сзади они с диваном, хотя у них даже с диваном посредине такой нехилый тоннель, на котором сидеть невозможно, в нем два подстаканника. Вот, отличие, вот за отсутствие ручек, за кнопочки, нужно доплачивать, это допция. Дальше, вот они какие ручки, обычные выезжающие в случае, если эта машина без этой допции. С зеленым салоном бывает, пожалуйста, и белая машина тоже. Вот это прям в хорошей комплектации, она самая дорогая, она 5200, но они есть у нас и, по-моему, и до 5 миллионов. Вон, со светлым салоном и в совершенно офигенном цвете. Представляете, какая она бывает? Этот цвет, его тяжело описать. Это и не серый, это какой-то и не кофе с молоком. Это просто, просто очень красивый матовый цвет, и у него светлый салон. Но зеленый салон как-то более необычно смотрится, и на зеленой машине, ну, народ хорошо воспринимает. Короче, вот они пришли, я помню, по, вот прям такие машины поначалу были по 5400, но дальше рынок ими поднаелся, то есть они не стали вот прям так в новинку. Помните, я еще летом, когда снимала, та машина была продана за 5200. Вот, и сейчас они вот есть и с зеленым, и с белым, и с ручками, и без ручек. Одно хочу увидеть очень, это с раздельными капитанами сзади, потому что там еще очень прикольная консоль, двигающаяся впереди. Но такие машины даже там никто не продает, по крайней мере, пока.